Пелы есть ГАшечка, но вот если Сларк будет, либо Герокоптер, тогда выиграем. Хотя вот Сларк не очень нравится, лучше бы Герокоптер был. Ну да ладно. Изи Аркан рано или поздно он сольет катку. Ну, в принципе, да, но я думаю, не в этот раз. В принципе, я думаю, мы выиграем здесь, потому что я смотрю на наш пик, у нас есть Сларкевич, у нас есть Омник, это все, что нам надо. Плюс у нас есть неуязвимость в виде Мирана. Поэтому все ок. Ну, осталось только не нафидить на миде, потому что у них Баунти Хантер, у них Пудж, то есть Пудж может прийти на мид, БХ может подсасывать, и меня могут изи убивать. То есть, если я много нафижу, то мы можем проиграть. А я, поверьте мне, я могу много нафидить, потому что я еще не совсем норм тип. Розыгрыш когда будет? Ребят, еще раз повторюсь, сегодня в конце стрима будет розыгрыш среди всех подписчиков группы, а собственно среди тех, кто зарепостил запись и состоит в группе. Ссылку на группу можете найти под стримом, либо в названии стрима даже есть, она, по-моему, я сегодня поставил. Вот, и чтобы участвовать в розыгрыше, нужно вступить в группу и зарепостить. В шапке группы есть розыгрыш. Почитайте внимательно, там все просто. То есть, там два пункта, вступить в группу и репостнуть. Так, я решил не идти, пожалуй, за баунти руной. Так, ну и что, ладно, поехали. Олег знаком с убийцей нубов. Не особо я с ним знаком, но я с ним пересекался на лане в Воронеже. Вот что я могу только сказать. А так лично, ну как бы, я с ним по вечерам не общаюсь и не созваниваемся. Так, ладно, давайте смотреть на то, что будет происходить. Пуч с топорами какими-то, страшный тип вообще. Так, там фласочка. Ну, самое главное сейчас, ребят, вот когда против вас есть Баунти Хантер, в 90% случаев на этом рейтинге он оказывается вольтом. Но прежде чем... Прежде чем он окажется вольтом, нужно проверить. Нужно очень аккуратно стоять. А что насчет того, что ты играешь на Россию, Западной и Северной Европе? Люблю стрим-снайперов. Знакомый одолжил аккаунт с Ритом 3990 на буст. Жду тебя там. На мейн у меня 5600. Мой ник Гримаир. Спасибо большое за донат. Я не люблю стрим-снайперов, но давай. Я надеюсь, ты меня сильно бить не будешь. Все будет хорошо. Вот. Я не особо люблю стрим-снайперов. И не люблю их потому, что они очень меня не любят. Вот. И я их, соответственно, тоже не люблю. Так, ладно, что-то я на фарм на самом деле подзабил. Спасибо тебе еще раз за донат. И давайте начнем фармить, потому что это не ок. Так, Мирана уже отдала ФБшечку. Пудж третий левел, так как он подобрал руну баунти. Но мне надо сейчас начать чуть-чуть фармить. Так, главное на хук не поехать еще, тоже очень важная ситуация. Спасибо за донат, сударю, со спойлерами Дэдпула. Давайте еще про смерть Хана Соло вспомним. Чего? Да. Капу в чат. Кто в восторге от этого донатера? Кстати, стрей, а мои челленджи примешь? Мне даже ничего не надо. Если проигрываешь, просто грустишь, за донат можешь не благодарить. Спасибо за донат, я все-таки поблагодарю. Интересный у тебя челлендж. Погрустить немножко, да? Блин, на самом деле мне этот пуш не очень нравится. Он какой-то слишком резкий, дерзкий. Я не пойму, что он мутит. О, вот он что мутит. Он хитрый. Еще вдобавок и хитрый, понимаете? Это самые опасные пуджи. Дерзкие, мерзкие и хитрые. А я в инвизе. Алло, не убивай. Хорошо. Мирана фармит крипов моих. А, так я сапог принес. Алло, у тебя проблемы, сынок. Я же говорил, у тебя проблемы. А у меня нет проблем. Я доджер. Так, а Фуриона там нету? Нету Фуриона.
Там можно постоять. В принципе, я не вижу смысла сейчас бежать на базу, хотя меня может Баунти Хантер подхоботить, но я надеюсь, этого не случится. Так. При встрече. Я тут, короче, посчитал ваш шанс на победу по пикам. Он составляет 39%, но ты же затащишь, я уверен. Так, подождите, что-то пуч. Спасибо за донат, на самом деле я бы больше чуть оценил шанс на победу, потому что когда в команде Омник, это уже очень большой шанс выиграть. Вот так вот, по секрету. Скажу. Потому что, ну, опять же, ай. Алло. Скупиться надо и сдохнуть. У них вард стоит здесь. Да, тут же Сайленсер ставил вард, я про это вообще забыл, если честно. Сюда же Сайленсер заходил вначале, тыкнул вард. Ладно, успел я скупиться, особо я ничего не потерял, кроме как накормил Куджа. А, косарь ХП, сука, с такой бородой взял и убил меня. Ладно, сейчас воскресну и пойду ему мстить. Пойду ему тупо мстить. Давай, 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 давай. Зверка, Куру забудь батл. Так, у него уже шестой, сори, это ж какой-то вот подлый тип. Ну ничего, и не таких убивали. Как дело, кстати? А. Как в Харькове посиди. А, и, подожди секунду, у меня проблема. Который буст заказывал у тебя, писал сегодня и вчера о каких-то платежах. Ну, Блейд тебе говорил, Коза, разберитесь там. Он попросил сказать тебе. Спасибо за донат, окей, я пишу, все разберусь. Просто я пока что играю в доту, ребят. Чуть-чуть, подождите. Так, а почему у меня три пацана в миде? Никто не знает. Просто я привык стоять против двух пацанов, но трое это слишком много, по-моему. Так, ну ладно, на Пуджа больше нападать не буду, я понял, что он человек несерьезный, он с друзьями, сам не может. Хотя сам может, но только под вардом крыса. Так, ладно. Седьмой левел, у меня шестой, я в говне. Вообще, я пошел на самом деле не по... Ну, у меня не та раскачка, чтобы убивать Пуджа. У меня была максить мелт, тогда бы я его убивал. Но я максил рефракшн зачем-то. Вот замаксил бы мелт, все было бы по-другому. Я бы в соло мог его забирать. Так, ну это руна смерти. Потому что с регеном в банке обычно дохнешь постоянно. Проверим сейчас эту теорию. Так, 3-3 счет. Ну вот он, в принципе, можно попробовать, я не знаю. Хотя я, опять же, особо не верю в это, но попытаться... А, мы же еще пожрать решили. Алло, да сколько вас тут, сука? Еще один пришел, уже все побывали на миде, кроме спектры. Ну, у меня много пацанов, братишка. Очень много пацанов на миде. Их очень много. Так я не против Пуджа стою. Бля, ебать, Стрей, это ты? Да, я тут. Тут все друзья его. Сука, опять они ему помогают. Этому грязному Пуджу. Ладно, возвращаемся. Походу в этой игре я никого убивать не буду, я уже это понял. Ну, Аркану-то отдавать так просто нельзя, поэтому ладно, надо... Сука! Отстань! Это... А, еще и косы решил. Репел дай, брат. Хорошо. Не, вы понимаете, сколько их на миде стоит? Это ж просто не люди, это черти. Омник, брат, спасай. Алло. Беги, братишка. Что-то я не то делаю вообще. Я пытаюсь их убить, но их убить я не могу. Потому что... ребята сидят на стриме. Да все нормально, это я виноват. Я пошел и нафидел сейчас. Я просто хочу убивать, а у меня убивать не получается, потому что они все убегают от меня. А жажда крови-то есть. Дайте, дайте ТП-ху, пожалуйста, кто-нибудь. Приобретите для меня. О, так это минус пуш сейчас будет. Не? Да нет, минус Мирану. Ладно, все. Я все понял, как тут надо играть, иначе сейчас будет отдано все. Все, ладно, давайте сейчас аккуратно. А зачем Пудж что-то пишет, если он стоит 3 на 1 в виде? Пудж, Пудж под хостой на топ, алло, ВРК, 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 ВРК. Хорошо.
Тихо! Да шо? Так, ну мне бы левел апнуть, ну, чуть-чуть. Алло! Ты отстанешь от меня сегодня? Михан Потапкин, спасибо большое за подписочку, приветствую тебя на канале и спасибо за то, что поддерживаешь меня. Так, ну у меня опять трое, наверное. Тут, скорее всего, Баунти Хантер еще где-то в инвизе стоит. Ну их нафиг. Короче, на миде много, ребят. Очень много на миде. О, еще и варды стоят. И что? Твою ребят, же мать, как? Ну потому что тут БХ, видишь? Он палит всю движуху. Вы либо приходите на мид убивать, либо не приходите вообще. Сука, вот это вот снайперюги вонючие. Купи сентри, пожалуйста. И выкинь на базе. Да нет, ну это уже серьезно на самом деле напрягает меня. Алло. Почему они вчетвером здесь? А, он еще пассивкой стырил совуха. Ну, удача она такая, в принципе. Ты под треком. Да я понимаю, что я под треком, но они вчетвером в миде стоят. Это я слышал ненормально. Когда 4 пацана до 10 минуты обитают в миде. Сука, они опять... Посмотрите просто на эту движуху. Ну, этот минус уже. Он заденается должен, потому что удача она такая, как бы. Ну, я это знал, поэтому можете не спрашивать, почему он заденаился. Тут все было очевидно. Этот тоже сейчас заденается, сам себя с косы убьет. А, так мы ж убиваем его. Наверное. Ребят, я ушел. Так, надо трэпу поставить. А что у нас по Сларку? Сларк... А, Сларк хорош. Нет, Сларк тут выиграет. Все нормально. То, что я нафидел, Сларк все вернет. Ну, как бы удача, ребят, она такая. Удача она такая. То есть, просто тип взял и заденайлся на морозе. Давай, давай, сносить. Так, надо трэп. Ага, это враг. Это много врагов. Ну, как? Хорошо. Эх, сейчас бы на куке поджать это верно покататься на 4К рейтинга. Спасибо за донат, ну бывает, как бы бывает такое. Не, ну Пуджу очень сильно помогли, то есть тип уже с линзой. А, хорошо, опять три пацана в миде, ничего не меняется, все как раньше. Вот, то есть Пуджу очень сильно помогли в миде, потому что если бы ему не помогали, то я бы его продолжил убивать. Я его один раз убил, но, сори, опять же, когда стоит три пацана, это тяжело сделать. Ну и чё, я туда... Не, я туда не пойду, у меня ничего нет, ты умрёшь сейчас. Или я умру сейчас, сейчас кто-то умрёт, короче. Мне бы руну какую-то сейчас забрать. Я уже решил в мидас идти, потому что я понял, что убивать я тут точно никого не буду, так у меня 8 уровень на 12 минуте, а это очень плохо. То есть у Пуджа там 10, наверное, а не 9, 5-2. Поним... Что это? Адасты. Что там по адастам у нас? Понимаете, он еще руну стырил. А, тут некролит еще лечит. Как же вы мне надоели. Уйти, 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 там пуч. Замедлил. Я замедлил их, уходите. Ну, сейчас меня выхукает по дефолту. Поэтому. Курица что тут делает? Блин, почему же их так много? Уходите, кто может. Он никак не уходил. Не, он просто кто может, не надо там умирать. Хотя сейчас меня убьют, они сейчас на мид выйдут все вместе. Да? Или Сларк нет? Фармит, ПР вроде фармит. Тогда там и спектра еще. Бля, спектра с Сакрадом. Мать ваша, 12 минут. Ну так ей никто не мешает. Ее никто не убивал. Ну я ее раз убил сейчас, но опять же, мне повезло то, что она... Привет, пацаны. Тут пуч словил, пацаны. Я по трекам был. Ну надо просто, вижу, чтобы... Или просто надо, чтобы Сларк сейчас покупал Shadow Blade и начинал драться. Или шел... Или надо пойти спектру убить вместе. Мирана, возьми на шестом невидимость. И пойти убить. Не, Пуджет на самом деле линзу очень быстро вынес, и это очень плохо.
потому что там треки, и я просто бегаю, сейчас буду умирать везде. А мне надо очень много. Мне надо БКП тут, мне надо какой-то дэмэйдж, что-то мне надо. Короче, очень много всего мне надо, поэтому я иду в Мидас и буду надеяться, что я затерплю, и все будет ок. Алло, где мой телепорт? А почему я телепорт не могу взять? А, это не мой телепорт, он будет мой. Давай, вот она. Ну, стрелу надо дать, наверное. Я все же думаю, не? А, стрелы уже нету. А где стрела? Папка, да, была. Ладно. Я убью тебя, лодочник. Кристал Соул. Я убью тебя, лодочник. Кристал Соул, здравствуй, спасибо большое за подписочку, это 4-й месяц, походу, раз лодочник выскочил. Ой, еще один лодочник. Спасибо, ребят, за подписочки. Также Денвер 4774, спасибо за поддержку, надеюсь, вы здесь останетесь еще побольше. Спасибо, ребят. Так, ну и... Блин, Сларк умер. Ну, Пудж очень много имеет. Там на Пуджа вся команда шпилила вначале. Блин, обидно, эту игру можно слить. Можно. Потому что у меня ничего нету. Тут я виноват. Я очень много виноват в этой игре. Потому что я вначале очень много нафидел. Ну, то есть, как бы, смерти 2 было, да. Там, как бы, нереально было выжить. Остальное я просто шел и сам фидел. Я не знаю зачем, я просто хотел очень сильно убивать, но все шло изначально из-за моей ошибки, то, что я не максил мел. Я максил рефракшн, и, естественно, дэмэджа у меня не было, чтобы убивать. Короче, тут мой косяк, я валет, и сейчас надо как-то из этой ситуации выходить. То есть, понятное дело, что все плохо, но надо ж выигрывать доту. Да. Что, Пуджа? Пуджа? А убьем кого-нибудь? Привет, стримчанский был бы рад, если бы вы зашли на канал Crazy Mary. Вчера мы рассказывали, как бы нет ММР. А тебе встречи, желаю мне победы, Пуджи, в своей тебе. Спасибо большое за донат, спасибо за пожелание. А я не пойму, что ты горишь. Вся команда бегала мид, убивала и Пуджу помогала, а ты все это время фармил. Чё ты горишь, я не пойму. Он ходил 3 раза. Что за музыка играет? Там один раз не убил, меня 2 раза убил, а ты не пришел. О каком ты ганге говоришь, если меня в жопу имели на миде? Втроем, в четвером, в пятером, в десятером, алло? В жопу, понимаешь? Брали мою жопу и имели ее. Алло? Все, надеюсь, он понял. Я надеюсь, он понял, что я ему хотел сказать, потому что, видимо, он не понимает ситуацию. Все, давай играть. Давай в доту играть. У меня по КД. В доту играть, давай. Смотри, сколько в стэше у меня вардов. Я варжу всю карту, где могу, где дохожу, где меня не вытягивает пуч. Поэтому закрой свой рот и играй. Алло, давайте просто выиграем. Чего вы разнылись? Все нормально, 7-13 счет, это ничего страшного, просто не фитьте. БХ тут с мекой, кстати, по лесу, аккуратно. Чего разнылись, я не пойму. Нам надо ждать, пока у Сларка будет Shadow Blade. Пока что не надо ничего делать. Пошел фид. Не надо ничего делать, они все фидят. Ну, лечись. Рипел на себя, давай лечись да, что-нибудь, да. Выживи, пожалуйста. Спасибо. Да нет. Так, спектра с радиансом, но это не страшно. Ребят, нужен какой-то Сларк или кто-нибудь на топе. Блин, на мне опять трек висит. Короче, меня все видят, я не знаю... очень все плохо и печально, никого убивать не получается. Но еще ситуация такая, они всегда кучей. То есть, как бы я мог бы сейчас, даже при нынешнем состоянии, что у меня нифига нету, я мог бы убивать какого-то некролита соло, но опять же, он соло не ходит, он ходит тупо с своими друзьями. Куда ты без инвиза? Да не, это отбой. Ребят, надо терпеть, не надо сейчас с ними драться, надо ждать у Сларка Shadow Blade и потом что-то делать. Кстати, Омник, я сейчас соберу БКБ, и ты должен будешь репел давать не мне, а Сларку, окей? Потому что я-то БКБ специально для этого делаю, просто Сларк без БКБ в драке мало что сделает. Алло,
Они еще кентавров стилят. Да не, плюс очень много в начале неудачи было. То есть пульс заденайлся, совух от пассивки умер от некролита. Как это происходит, как они это делают, я не знаю. Но сейчас же выхукает. Нет, там что, дагер у скорпиона. Так вот же, надо вязать, там убивать, все дела. Найс. Ну это уже хоть что-то. Так, пока что тосик. А что это такое? Они просто идут, да? Атисларк? Убей. Убей, убей, убей. Вот он. Хорошо. Что по Вижену? По Вижену еще. Ага, пуч. А вот и Вижен. Сларк должен прыгнуть. Пуч спину вам, ребят. Пуч-то хорошо все. Сейчас бы бхау убить. Но у меня пофиг, побольше. Нету Вижена. Ребят, пуджа убьем? Мы что заковыряем? Он же толстый. Вот тут он. Вот тут пуч. Алло, гоу пуджа. Кучей. Сларк где? Все, хорошо, наш. Все, убиваем. Это наш тип, надо прыгнуть. Хорошо. Я думал, заденается, но... Все, хорош, а вы ноете. Сейчас Сларк бабок наберет и выиграем доту. Ну что, вы лучше скади сразу взяли? Да, бери, ну, Shadowblade скади делай, да, тебе не нужен сам. Так, ну у меня вроде тоже... дела налаживаются. Савух зарешал? Нет, Савух не зарешал, я просто перечисляю неудачи, как бы. Они все по мелочи, то есть то, что пуч заденайлся, оно тоже особо не решило, но знаешь, вот так вот мелочь плюс мелочь плюс мелочь плюс мелочь, и в итоге получается, что у меня все в говне. Вот. Вроде бы казалось бы, да? Сколько мелочей. Где эта сука? Вот, смотрите, сука старая бежит, убивайте. О, так это хитрец еще, на мансах. А, так это еще хитрый такой с командной. Командная работа у пацана. Найс. Так, ладно, надо убежать на базу, наверное, потому что иначе можно сейчас нафидить. Дварин. Или не нужно фидить, наверное. Блин, ВР-ка умерла, плохо. Так, песня мне не очень нравится, надо ее чуть переключить. Это Бомбалейла, еще не время пока. Блин, на самом деле очень тяжело будет. Там очень много артефактов. Там очень много артефактов. Так, ну, знаете, что радует в этой игре? То, что пуч не сделал дагер. То есть, если бы пуч был с дагером, был бы вообще ад, и было бы очень плохо. Он делает аганим, это, конечно, тоже круто. Надо, хотел сказать, надо стрелой попасть, но сразу подумал, что не надо. Не надо, да. Блин, сейчас что-то будет. Это толстые. Это Мирана. Ребят, все, уходим, не надо фидить. Так, Сларку надо репел давать будет, пусть он всех убивает. Вот. Вот он. Вот же он, сладенький. Все, главное у Сларка репел. Я тут вообще, я такой тип. Нафиг не нужен, по сути. Я что-то бегаю тут, на подсосе. Ага, тут. На подкопчиках. Сорян. БХ попробуем? А, тут спектра едет. Не попробуем, блин. Так, спектра пришла, в меня дагер кинула, но это не страшно. Так вот, Сларк умер, это плохо. Все нормально, все будет окей. Просто главное, чтобы Сларк не умирал, старайся как-то выживать. Спектра там вообще красава, она ВГ купила после радианса, это нам на руку. Так, ну все, теперь надо мне идти в дэмэдж какой-то, потому что я пошел чисто в выживаемость, у меня урона по сути нету, и вот пора бы его приобретать. Потому что Сларка одного маловато. Как бы. Сларк это хорошо, но у нас еще есть ВР-ка в принципе, но чем больше, тем лучше. Гоу! Да не, ребят, все.
Вали 45, спасибо большое за подписочку. Приветствую тебя на канале и надеюсь, тебе тут понравится, и ты останешься здесь. Спасибо. Так, этот подхаст. А, он подхастой. Там скорб еще. А что у нас по. Ох, как тут все больно сейчас будет. Где Сларк? Нужен Сларк. Сука, ну ВРК, блядь, ты тварь тупая, ты можешь помогать или нет? Я говорю, ВРК, давай спику. Не, ну его нахуй, ботан. Да все нормально, алло, не нойте. Где Сларк? Просто я как бы не справляюсь особо с этой ситуацией. Ребят, ну нужны пацаны сюда. Понимаете, драка идет 20 секунд, вас нету. Убивайте их нафиг. Омник, дашь репел сейчас или ультани? И дай репел Сларку. Главное, чтобы жил Сларк. Хили его там, дэмэдж наноси. Хильнишь его. Хорошо. Ультани! Хорошо. Сларк, живи, брат. Нет. Охуенно, охуенно. Не, ну все плохо, нету репела. Вэр, голова нормально все спрашивает? Убивай. Ну прыгнуть надо, старфол дать. Ну что ж ты за... Вот прыгнул бы, дал старфол, убил бы. Умер бы сам, правда, но зато убил. Короче, просто поймите, что мы должны быть вместе. Просто мы сейчас дрались 3 на 5, вас двоих не было. Да потому что я попросил, говорю, дай сейкл ты спектру, мы ее убиваем. Она просто перед ней делает ТП, но сейкл будет. Ладно, все, ничего страшного, все окей. Омник, главное, давай репел Сларку. И что-то будет у нас. Пиздец, блядь, конченая тварь это вы. Я не слышу, так какой... Тихо, вот этого пропить. У меня нету вообще дэмэджа, то есть я сейчас в драке просто useless в плане нанесения урона. То есть я, вы видели, я могу убить кого-то некролита. Да, это я могу. И то, как бы, опять же, при условии, что... Орхид. Арчит у БХ. То есть, опять же, могу убить какого-то некролита, но при условии, что он... будет как-то замедлен, и мне дадут его побить. Просто особо не дают бить в драке. Умирать не надо. Хорошо. Сларк, ты, в принципе, можешь сам покупать досты и в соло бегать убивать какого-нибудь баунти-хантера. Это что тут такое? Это иллюзия Скорпиона. Где ж мне взять... Где же мне взять? Полюзи Сункинга. А давай БХ убьем, Вэр. Вэр. А давай убьем. А так ты сам убьешь его. Апуджа осилим? Плюс есть? Вон, Сларк, хорош. Минус некролит. Только, блядь, главное, что не минус Сларк. Минус Сларк, походу, все-таки. Нет! Я не фу, я сотрянусь этой игры, кончен! Ну, бывает. Блин, где ж мне дэмэдж взять, а? Надо МКБ делать, потому что там есть радианцы всякие. Короче, тут еще не дадут зафармить никого. Все, бежать. Так, ну у Пуджа до сих пор нет даггера, но он должен быть. Блин, короче, я валет. Такую легкую игру превратил просто в какой-то пот с непонятной концовкой. Что пока что мы всасываем. Ну и все это из-за меня. То есть я мог аккуратнее играть, и тогда бы такого не было. Привязала, да? Вот это шейкл. Ага, давай, что ты здесь. Хорошо. Ну как бы она умерла, да, но куда она... вы лезете по одной? Подожди, она не умерла. Сколько можно? Блин, соберемся пятером там, не знаю, подеремся где-то с мака, мид заберем. Нам нападать вообще нельзя. Мы сейчас в ТФ играем, мы слабее. С мака... Понятно, но, блядь, по одному ходить фидить тоже не вариант. Так моя очередь фидить, по-моему. Нет? Не знаю, некролита убить попробую, но я в это не верю, правда, почему-то. Там сейчас мека будет от БХ. Да очень много хила. Так, а у меня же луна смерти, да? Я все, пацаны. Вообще, вы можете со Сларком убить Пуджа. Надо, чтобы нас было больше, понимаете? Пока что ситуация такая, что врагов всегда больше, чем нас. Минус Сларк.
Охуеть, у них здесь даже вард. Ну, вард стоит, она... естественно. Пацаны что выиграть хотят. Варды, ну, пацаны выиграть хотят. Такие, просто. Это уроды, они такие, как ВР, блядь. Конченая тварь. Алло, надо вместе подраться разок. Вместе в пятером. Даже никто не думает, это да, подойдет. Стоит, бьет, ходил. Да, так, что там у Скорпиона? Даггеры. Блин, там у БХ очень блин, много. Блин, там очень пока... много вообще. А, две меки, это хорошо, кстати. Там две меки, там две меки, некролит и БХ. Сейчас главное не фитьте по одному, ждите всех. Не ломай там две стороны, что о чем тут можно говорить? Так. Не скажи, что все нормально, дальше. Пофигу на бараке, ничего страшного. Одна сторона, ничего. Вторую не отдаем. Блин, там спектры много. Так как же вы дохнете? Алло, а хватит дохнуть? Это мой ГГ, забейте на дир, я, блядь, никогда не буду. Сука, я не да почему ГГ? Алло, ты получи сейчас репел и пойди подерись, Азок. А, у него же ничего не прибавляется уже. У него эти артефакты минут 10, походу. А, как он уже сдох? Нормально? Пошли, а, ты неплохо дерешься. Неплохо дерешься, в принципе. Так, а что там по стате? 1.11, 0.4. Ну, в принципе, для Омника 0.4 еще нормально, но 1.11 это, конечно, не очень хорошо. Не знаю, странная ситуация, что когда играет за меня ВР-ка, она ничего не делает. Когда она играет против меня, у нее почему-то 6 слотов, и она всех убивает. Тоже странно. Да давайте еще играть, еще можно, алло. Че вы? Так, спектры много. А, там же тараска летит, это блять. Ну ничего, давайте вместе просто хоть раз задефаем. Гоу, шакл, плиз. Мужик. Ну, а тут, как обычно, подсос Петрович рядом же стоит. А, и тут еще подсосов. Сколько их? Как их много? А подраться не хочешь? Ну да, один троих или будет драться. Понял. Он, да не, это все. Понял. Да, вот тут он, очень он, тяжело. Пуш 3500 хп. Ты на мид там будешь проситься? Или... Че ты говоришь? А вот ты на мид проситься, да? Что еще раз? Я не слышу. Что на мид? Ты на мид просился сильно, да? Вот ну так у меня здесь. На миде стояло 3-4 типа, сорян. Типа Скорпион приходил, Николит приходил, БХ. А ты бы ушел с мида, пошел бы помогать своим, блядь, нахуй, мне бы помогал. На пятом, стоял, на блядь, пятом уровне? На пятом уровне идти помогать? Да, раз это хоть что-то на третьем. Да не, это не работает так. То есть надо было либо да, вам выигрывать линии, работает, либо да, мне да, помогать. Так работает, нормально. Привет, стрим. Просто объясните мне, против кого вы всегда собираете МКБ? Тебе не кажется, что Дейдалус лучше, а? Он стоит на стагу. Сука, БХ, блядь, нафармил 8, чем ВР, как и ебучая. Там же нет. Так БХ не фармил, он убивал. Он наубивал больше в треках, они столько бабок поимели. Спасибо большое за донат, но в плане Дейдалуса и МКБ тут все просто. Потому что у Спектры есть радианс. Дейдалус мне не поможет попадать. А МКБ поможет, вот и все. То есть в другой ситуации я бы сделал Дейдалус, скорее всего. Привет, стрим. У нас есть старушка-учительница по истории общества знанию, когда мы говорим ей свои оценки, да, за работу в журнале, я говорю, шутки, что у меня головы, пятерки, блядь. Четверки, а у самого двойки. Она ничего не помнит. Ой, эти пауэршоты, блядь, умрет раком. Тихо, жить! Мама нахуй расходит. Умрет, блядь. Я дал ей в ебану, меня выгнали из школы, блядь. Спасибо большое за донат, хорошая история. Сейчас будет хукец, наверное, нет? Нет, хукца не будет. Давайте, сейчас я, блядь, минус 40 нахуй на такого долбоеба, как ВР-ка, блядь, Илоная. Спасибо за игру. Пацаны, неплохо сыграли. Моя удача. Так, ну что?